Итак, друзья, всем приветик. Сейчас у нас будет распаковочка очередной посылки с нашей родины. Нифига не из Китая. Это у нас, как вы видите, Озон. Видео пишу потому, что в отзывах значится, что частенько многим приходит данная посылка, ну или заказ, в раздолбанном виде. Поэтому я понял, что писать обязательно. То есть, если я, например, это видео не запишу, а выяснится, что у меня вещь раздолбанная, я понял, что я могу попасть на бабки. Так. Ну, типа герметично, да? Ну да, типа запечатан. Хорошо. Визуально то, что я заказывал, это уже радует. 2 терабайта. По отзывам, самая удачная модель из того, что можно купить за небольшие деньги. Визуально все цело. Сейчас мы его проверим в работе. Для этого у меня есть вот набор Йонова Кулибина. Пробуем. Подключаем. Раз. И подключаем питание 2. В системе должен определиться и компьютер должен квакнуть. Если, конечно, все хорошо. Ну, что-то кваканье... О, произошло кваканье, смотрите-ка. Значит, в системе он, по идее, видеть еще... увидеться еще не должен. Так, куда это мы падаем? Тяжело, что ли? Терпи, родимый. Так, управление... запоминающие устройства, управление дисками. Вот тут он должен уже быть виден. Нельзя. Создать простой том. Далее. Ну и сделаем не единым. Хотя... Нет, не единым. Путаница будет. 190 мне не катит. Значит, делаю вместо 190 99. Далее. Ну, допустим. NTFS. Далее. Готово. Создать простой том. Это мне не интересен. Создать простой том. Далее. Далее. И назначаем, опять же, букву на шару. Мне это не важно. Далее. Готово. Мне нужно, чтобы он заработал, чтобы он появился в системе. Что-то я пока этого не наблюдаю. Вот, все, определился. Мы имеем два тома. 974 и 888 гигабайт. Значит, диск как минимум рабочий. Он теперь появился в системе. И мы можем попробовать на него что-то перекинуть. Ну так, чисто ради проверки. Любой файлик. И он должен его проглотить мгновенно и нормально заработать. Вставить. Работает. Вставить. Работает. И отсюда воспроизводиться все тоже должно. Все воспроизводится. Все, значит, жесткий диск работает. Возврата не предвидится. Доверие к продавцу есть. Если кого это заинтриговало, вот этот жесткий диск продается у нас во всех магазинах, по-моему, которые связаны хоть как-то с компьютерными делами, устройствами там и так далее. Ну и, соответственно, если кому-то совсем уж лень искать, ссылку, само собой, я прибавлю или приоттачу. По-русски это как? Допишу в описании к данному видео. Всем спасибо, ну а я полез его устанавливать уже в систему.
Ну что, друзья, диск запихал в систему, на него переписываются файлы. Но относительно неплохая скорость. Учитывая, что старый диск уже задыхается, скажем так. Ой, пишем через SATA 3 гигабита, а не 6. Ну, по-моему, неплохо. По крайней мере, работает. Дальше уже проверит время. Через время, как говорится, можете спросить, что с ним, и я вам отвечу. Ну и на этом всем пока. Диск в норме, ссылка внизу в описании.